Приветствую всех на канале. Вот такая посылка пришла. Надо ее вскрыть. Давайте вскроем и посмотрим, что в этой коробке нам прислали. А внутри оказалась коробка с радиоприемником, причем в отличном состоянии. Ничего не помято, все идеально, хорошо. Давайте открывать и смотреть, что за радиоприемник нам пришел. По всей видимости, он достаточно навороченный. Так. Давайте открывать и смотреть. Кабелина мы в сторону. Так, инструкции не вижу. Вот пупырышки. Но все это неинтересно. Инструкции нету, разве что на коробке. Но солидный приемник, солидный такой тяжелый приемник. Неплохой. Здесь фонарик есть. Фонарик есть. Сверху у нас крутилка. Это у нас громкость и включатель. Наушники даже есть, что редко в последнее время. Так, карта памяти, USB вход, MP3 у нас на борту есть. Здесь кнопки управления. Так, настройка крутилками, отлично. Так, плавность. Так, не очень как болтается, но и в то же время не совсем жестко. То есть оптимальный вариант. Пока все нравится. Так, тут у нас что? Это фонарик включается. Фонарик — это очень необходимая вещь. Особенно у кого частный дом. Выключает свет, как говорится. И мы включаем. Вот он, фонарик работает. Вот смотрите, у него два фонарика. Финиш. Раз. И второй здесь. Вот. Ну, очень здорово. Первый раз вижу, чтобы два фонарика на одном гаджеты. Здесь зарядка, 5 вольт обычная зарядка, не проблема. Значит, внутри на борту есть у нас аккумулятор здесь. Так, ну тут включение. Так, и здесь у нас должен быть аккумулятор. Вот он, аккумулятор стоит, и он входит в стоимость. В принципе, все здорово. Так, можно и батарейками запитать, если аккумулятором что-то случилось. Так, всего надо три батарейки обычных пальчиковых. Все, антенна телескопическая, длинная должна быть. О, она крутится на 360 градусов, вот она вращается. Это значит, удобная антенна. Так, длину измерим сразу, по нашей традиции, 35 сантиметров. Так, средняя длина. Гриль у нас металлический, все окей, красиво все сделано. Каналов тут у нас до черта 6 коротких, AM, FM и MP3 стоит. Ну давайте начнем включать. Включаем здесь. Заработал. Так, антенну выдвинем. И начнем с FM диапазона. Качество звука приличное, нормально, громко даже, хотя я громкость минимально. Но это китайские приемки, все громкие, слишком громкие. Ну давайте все прокрутим, а то тут столько каналов. Отлично. Все отлично. АМ диапазон. Ну, сейчас ничего не поймаем, наверное. Ну, короткие волны можно же посмотреть, но мне кажется, ничего нет. Вот, станцию поймали какую-то на коротких волнах. Здесь плохо ловит. Вот. Ничего ловит. Украина
Ну все, давайте MP3 проверять. Я сразу ставлю флешку и переключаться тут надо, не автоматом это все. Ну, Пугачиха идет. Остановка. Работает. Работает. Теперь карточку попробуем вставить. Так, она как вставляется? Вот так, что ли? Сейчас попробуем. Вот так, наверное. Вот, вставили. Теперь от карточки работает. А, нет, вот переключилось. Ну, все отлично. Звучание моно, но здесь нигде не сказано, что это стерео. То, что наушники, в принципе, не очень-то и нужны тут. Здесь еще отмечена солнечная панель, можно подключить. Видать, есть стандартные варианты солнечной панели, которые сразу подключают на заряд. То есть отдельно покупать, здесь в комплекте ее нету, солнечной панели. Но, в принципе, можно заряжать, вход есть. Подведем итоги. Приемник очень даже понравился. Отличный приемник. Давно не хвалил китайские радиоприемники. Но данный приемник при цене очень даже низкой. Обладает всеми необходимыми функциями. Качественно работает. Ну и дизайн приличный. Есть ручка для переноски. Но в принципе все, что надо, есть даже вот, ну, зарядить от солнечной панели тоже можно будет. Например, если электростанцию разбомбят, вот сейчас все возможно, тогда мы будем заряжаться от солнца. Внутри радиоприемника у нас расположены мощный динамик, антенна средних, магнитная антенна средних размеров, лицедрадом наматана. Так, ну и тут у нас светодиоды в качестве фонариков применены. Насчет чипов, радиочип затерт, но согласно обвязке мы делаем заключение, что это C4825A10. Почему они затирают, не знаю. Вот уже несколько раз это я наблюдал. Так, далее у нас чип MP3 плеера. Вот, и чип усилителя 8002, но это самый такой типичный чип китайских радиоприемниках. Разъем только в одном месте. Мы видим, это вот фонарик подключается через разъем. Все остальное как бы вот просто провода припаяны без всяких разъемов. Это несколько неудобно для разборки и ремонта. Вот. Переключение каналов тут как осуществляется? С помощью переключения резисторов разных номиналов. Настройка на канал ведется с помощью потенциометра. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться на канал. Будет много чего интересного. Пока!